столице прошла третья ежегодная республиканская олимпиада по ментальной арифметике Центра развития интеллекта «Смартум». В нем приняли участие 250 детей со всего Узбекистана. Юные гении показали свои уникальные возможности и способности в расчетах. Ученики Центра «Смартум» готовились к третьей ежегодной олимпиаде целый год. Для детей это событие стало настоящим праздником знаний. За звание самых лучших боролись дети в возрасте от 5 до 16 лет. Торжественную церемонию открыла руководитель сети центров «Смартум» в Узбекистане Нигора Махмудова. Она пожелала всем деткам успехов и достижения больших высот. Для детей всех, которые сегодня принимают участие в данной олимпиаде, это большое мероприятие, масштабное. Для кого-то это первая олимпиада, для кого-то это уже вторая. Хочу особо отметить, что с каждым годом интерес к ментальной арифметике все возрастает. Родители, которые понимают необходимость данного навыка детей, становится все больше, что может не радовать. И действительно, родители выбирают правильные, качественные центры, которые детям гарантированно дают результат. Чемпионат проходил в три этапа. В начале – отборочный тур, где деток ожидали однозначные и двузначные примеры. Участников разделили на отдельные категории по уровням. Это группы для младших и старших. Дети решали примеры в уме, без всяких вспомогательных элементов. Быстрота, скорость и внимание, а главное – уверенность в себе. Для обеспечения прозрачности процесса ответы вводили сразу в базу данных. Итоги же можно было увидеть прямо на экране. В ходе отбора по каждым уровням прошли отдельные соревнования на звание гран-чемпионов. А самого лучшего ожидали ценные подарки от спонсоров. В целом компания Nest One очень благодарна организаторам мероприятия за то, что они занимаются деятельностью во имя развития детей. Я каждый день на математике получаю 5. Сегодня я стал гран-чемпионом. Желаю всем удачи. Я первое место получила. Вы знаете, сегодня действительно замечательный день. Мой сын стал гран-чемпионом. Это праздник для всей нашей семьи. Ментальная арифметика действительно сыграла огромную роль в развитии моего ребенка. Спасибо школе «Смартум». Я получаю хорошие оценки по математике. За короткое время развил свою память, стал более активным, а сегодня стал чемпионом. Я очень горжусь, что у меня есть такие учителя. Всем спасибо! Благодаря ментальной арифметике ребенок учится выполнять сложные арифметические действия за несколько секунд, быстро анализировать, делать выводы и достигать поставленных целей. Мы сами наглядно увидели, как маленькие гении моментально находили ответы на представленные задачи при помощи быстрых движений рук. Самое главное, это помогает нашим детям, это помогает им развиваться не только в сфере математики, а именно логику. Они очень активными становятся, и самое главное, они очень уверенные в себе дети становятся. Ноутбуки, планшеты и беспроводные наушники. Для гран-чемпионов это действительно нужный подарок. Но это еще не все. Оставался самый главный счет по уровню Анзан, где приз – это путевка в Шарм-эль-Шейх на 7 дней. Я стал гран-чемпионом и выиграл главный приз – путевки в Египет. Я очень рад тому, что занимаюсь ментальной арифметикой вот уже год. «Смартум» – самая лучшая школа, и мои учителя – самые лучшие. Всем спасибо! Как вы видите, олимпиада стала настоящим праздником. Поздравить и поддержать ребят в этот день пришли и звезды эстрады. Большой праздничный концерт, конкурсы и викторины от аниматоров подарили детям массу положительных эмоций.